Все время новые открытия совершает, да? И вот это вот очень интересно, быть как бы исследователем, совершать новые открытия, да? Потому что вот мы смотрим на разных там ученых, там вот философы, у меня знакомые друзья, мы видим, как их прет постоянно, они, ну, грубо говоря, не сидят на месте, да? Ну вот именно интеллектуально там. У них все время что-то новое в их жизни происходит. Вот. Я думаю, сейчас ищем свое занятие такое, которое будет нами двигать в каждую свою. Пока, да, еще есть время подумать. Угу. Юкагай, да? Ну, то есть то занятие, которое движет тобой, ради которого ты просыпаешься, из-за которого тебе не хочется ложиться спать, потому что у тебя еще есть планы по этому занятию. Ну, как его выбрать? Нужно прислушаться к себе, естественно. То есть нужно понять из-за множества возможных занятий в мире, какое именно тебя вдохновляет. Задать себе этот вопрос, пожить с этим вопросом там несколько дней, ну или вообще сколько требуется, да, у некоторых может это долго, процесс этот идти. Попробовать, в конце концов, им заняться. И посмотреть на отдачу, да. И если это то занятие, ты поймешь, что это твой якогай, вот 100%. Поймешь. Мы это называем йокагай, а на самом деле это называется... Поработаем над произношением. Да, икигай. Икигай. Вот. Икигай – это на самом деле переводится как смысл жизни с японского языка. А почему мы говорим йокагай? Потому что, ну, так как-то легче произносится. Мы же привыкли йока, она. Йокогама, ну вот эти слова японские. Поэтому йокагай. Сейчас покажу фотографию человека, который, можно сказать, олицетворяет собой вот это вот японское состояние души. Вот человек, который нашел свой икигай. Так вот. Thank you.
Это нарисовано ручкой. Ручкой на бумажке в клеточку этот портрет. Значит, просто тетрадная бумажка, я взяла ручку, Олег спал в этот момент и нарисовала ручкой. А вот эти другие две картины, это мои попытки маслом что-то нарисовать, вообще по книжке, по учебнику. Пришли такая толпа уток, и все хотят плавать. И у них есть игрушки, вот с собой они принесли, чтобы им весело было. Вот такая картина. Называется «Так случилось». Значит, картина называется «Африканская маска». Почему она так называется? Потому что, ну что мы здесь видим? Женщину-африканку, то есть сидящую на фоне ширмы, вот ширма, да, это обои там сзади нее. А вот это тень от ее фигуры. И тень выглядит абсолютно как... африканская маска, вырезанная из красного дерева. Маска профиля африканского. Вот. Отсюда и название «Африканская маска». По дзен-буддизму очень интересно. Друзья, которые работают, ведут курсовую работу для МГУ, пишут по этой теме. Вообще по теме религии и искусства, да, вот это вот грань, когда искусство вместе с религией сталкивается. Это очень интересная тема. Ну, так это если про религию говорить. Потом очень интересная книжка по индуизму есть. Агора называется. Это автор, не помню его имя, Роберт, по-моему, фамилия Свобода. Агора — это... название, так называются вот эти индуистские отшельники, шиваиты. Ну, они Шиве, Кали поклоняются, которые мажутся пеплом, вот эти вот с дредами, с такими страшными, грязными такие чуваки, которые занимаются индуистскими практиками. Крутые. Вот про эту книжку. Очень интересно было об этом узнать, потому что мы никогда раньше ничего подобного не читали. Тех людей, которые не хотят на кого-то работать, а хотят сами, ну, как бы свою жизнь определять, сами деньги зарабатывать, там, быть независимым и все такое. Вот. И они помогают с этим. Они помогают именно начать.
и выбрать, да, что действительно твое. Называется у них это выбор ниши. Хорошо, когда это связано с твоим икигаем, потому что, ну, вдохновляешься, понятное дело, там как-то суетишься приятно, да, потому что это все-таки твое, твоя деятельность, деятельность, которая тебе дает силу, энергию, которая не отнимает ресурса, да, а наоборот, тебя ими как бы напичкивает. Это, конечно, вот основное, да, ну вообще вот в жизни. Это может быть, можно разделять, может быть работа по зарабатыванию денег одна, ну не очень, например, интересная, да, но зато ты знаешь, что ты придешь там домой, например, или поедешь там куда-нибудь там в лес, например, и займешься своим икигаем, как бы, да, вот. А когда у тебя икигай и работа совпадает, в таких случаях это вообще, наверное, очень здорово. Ты просто всецело отдаешься любимому занятию. Еще ни на что не распыляешься, потому что ты себя воспринимаешь через призму вот этого занятия. Ты там думаешь, я вот там экономист, грубо говоря, или я там, не знаю, какой-нибудь доктор аюрведы. Ты вот себя так называешь, ты им становишься. И фигачишь, и прям, там, я художник, да, например, везде красота, все красиво, здорово, рисуешь, передаешь форму, цвет, там, вот, не распыляешься ни на что, никому не завидуешь, потому что это уже все, это твое, твоя деятельность, твоя ниша, да, ну, ниша — это бизнес-термин, там, деятельность — это, соответственно, такой более обширный термин. Вот. Живешь, радуешься, и все хорошо.